хачапури. Хачапури, да, пицца. Ну, просто сейчас у нас такая штука. Сейчас мы подходим к людям. Там просто заказывают, и это просто превратится в бесконечный стол. Все, 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 кто-то вегетарианец, кто-то кошерный, у кого-то. Все, да. В игре тот, кто набрал меньше всего. Причем, значит, игра называется «Нет уж спасибо». То есть весь геймплей, все, что мы будем делать, заключается в том, что вот мы выложим какую-то карту сюда, и каждый по очереди старается для себя решить, он сейчас отпитается от этой карты или, да, или возьмет ее себе. Меня зовут Василий. Я приехал сюда уже несколько недель здесь. Адаптируюсь, привыкаю. Ощущение, что вышел в открытый космос. Для меня это первая самостоятельная поездка за рубеж, и заново все. Я понимаю вокруг, что я окружен хорошими людьми, и мне физически все хорошо, но внутри довольно тяжело перестраиваться. Это все очень странно и иногда очень тяжело. Но вот сейчас вот первые такие шаги делаются какие-то по адаптации и привычке к новой жизни. Меня зовут Петр, я из Москвы, я биохимик-вирусолог, и я всей семьей переехал в Тбилиси временно, а дальше пока пути открыты. Андрей, я из Петербурга, но в принципе из Москвы, в том смысле, что родился в Петербурге, а в Москве я жил большую часть жизни. Я в Тбилиси 2 недели. Турист, как и все. 2 раза выходил из дома за это время. Мне понравилось. Меня зовут Тима. Ты откуда? Из Москвы. А тут что делаешь? Хожу в школу. Какую? В грузинскую. Гамал Джубар. Знаю все времена года. Это сейчас вспомню. Газапхули, запхули, шемот, гумадзамтари. Дальше, что еще я там? Ну, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Если ты знаешь, как будет по-английски солнце и день, то это легко. Легко заполнить, потому что Sunday — солнечный день. Что мы все здесь делаем? Мы собрались. Люди мало знакомы между собой. Но все оказавшиеся в одной ситуации, в одном городе. Собрались попить вина, поиграть в настольные игры, создать видимость нормальной жизни. Ура! Самир! Что это значит? Это значит, что есть карты, которые кому-то нужны. Ты сейчас поймешь. Кто-то собирает последовательность. Для того, чтобы собрать последовательность, сделать свою цифру меньше. Меньше цифру. И вторая особенность этой игры в том, что те фишки, которые остались у тебя в руке в конце игры, вычитаются из этой суммы. А, то есть чем больше фишек у тебя, тем лучше. Да. То есть, если ты насобирала 20 фишек, 20 очков на кулаке у тебя 5, то это 15 очков. Вот, все. А когда прецедент, когда минус было? Нет. Фишек больше, чем очков. При мне нет. В теории это возможно. В теории это возможно.